новостей известно только то, что был землетрясение. Посмотри, ага. Ого. Андрей, пусти, пожалуйста, меня. Мега красивые облака вдалеке. Землетрясение было 87 баллов на Суматре. Первое. Второе было землетрясение 6,5 баллов. Сейчас все сидят дружно и ждут цунами. Не дай бог оно будет. Больше новостей нету. Народа много разного, всякого разного. И из Финляндии, и из Норвегии, и из Швеции. Чудесно отдыхаем.